Викладач кафедри філософії в Дніпропетровському національному університеті Олександр Кулік презентував свою нову книгу «Гримуар». У творчому здобутку митця – це вже третій твір. Раніше гримуарами називали збірки заклять і магічних ритуалів для викликання різноманітних духів. Письменник запевняє, в його книзі немає таємних формул і пентаграм, але є ключі до розуміння, що таке життя і смерть. Разом зі своєрідним альтер його автора читач вирушає в подорож світом, що є сповнений алегоричних образів. А що трапиться на цьому шляху, залежить тільки від того, хто візьме книгу до рук. Знаете, не все ответы, они сводятся к каким-то простым формулам, каким-то простым рецептам. А некоторые ответы, их надо почувствовать. Тайна – это замочек и ключ. Так вот, ключ от этой тайны, он у каждого из нас есть. Он находится в нашем сердце. Вот кто-то пользуется своим сердцем, а кто-то пользуется исключительно своим рассудком. Вот мне бы хотелось, чтобы эта книжка нашла своего читателя. Вот эта книжка для тех, кто не забыл, как пользоваться своим сердцем. Это одна из тех книг, которые нельзя читать вот взахлёб. Здесь нужно останавливаться. Я вот называю такие книжки, маленькие книжки с большим смыслом. То есть нужно, нельзя это читать очень быстро, это нужно вот осмысливать и тогда читать дальше. Кроме того, само название привлекательно, гримуар, это вот что-то, что связано с мистикой, это вот древняя книга, которая описывает процессы вызывания духов. Это все современному вот человеку как бы вот, ну, довольно интересно.